На Херсонском направлении мы освобождаемся все один за одним, даем бой противнику, как бы он, конечно, пытается отвечать. Количество неравное, примерно, я думаю, что 1 к 10. Стреляет всем, начиная от миномета 60-ки, 80-ки, 120-ка, работают саушки, выезжали танки, коптеры научились, оккупанты, подвешивать эвки. Обычная граната, которая подвешивается на коптер, долетает до позиции, коптер, получается, мониторит, ну, в нашем случае, зеленку, все видят какое-то движение в зеленке, начинается сброс гранаты. Ярослав – пехотинец. До начала полномасштабной войны работал видеооператором. Но события 24 февраля заставили Ярослава поменять камеру на автомат. У меня война застала во время командировки в Турции. Я работаю видеографом в футбольном клубе «Кривбас». Искал все возможности и моменты приехать в родную страну, защищать свой дом. Слава Богу, получилось. Ни разу не пожалел. Я нахожусь рядом со своими друзьями, нахожусь на своей земле, защищаю свою семью и считаю это своим долгом не только отдать жизнь, а и бороться за свободу Украины с оккупантом. По словам военнослужащего, нынешняя война – это битва артиллерии и современных технологий. Современная война, коптеры, артиллерия, авиация. Стрелковое оружие на этой войне можно отложить далеко на полочку, поставить, взять себе миномет и бегать с минометом стрелять. Артиллерия работает по пехоте, артиллерия работает по бронетехнике, артиллерия работает по селам, по гражданским. Это было в 5 часов утра. Это воронка от российского «Искандера» в селе неподалеку от линии фронта, всего в 2,5 километрах. Так российская армия мстит за продвижение вооруженных сил Украины в Херсонской области. Только стреляет не по позициям украинских военных, а по домам гражданских. Мы спали, мужу на работу нужно было. Это было в 5 часов утра. Грохнуло так, что мы были в погребе, то даже в погребе качались стены. То утро Наталье и ее мужу повезло. Вражеская российская ракета попала в сельский дом культуры, уничтожив только местную библиотеку. Из людей никто не пострадал. Это моя официальная работа. Здесь мы работаем, в Доме культуры. Тогда я директору позвонила, она говорит, езжайте сюда, потому что здесь страшно, что творится. И на поля, и на огороды людям. И горит пшеница, горит все. Боимся. Не знаем, как будет дальше. Боимся косить. Ребята очень не хотят косить, потому что все боятся. Хлеб как будете в этом году собирать? Я не знаю. Российская армия обстреливает поля запрещенными кассетными бомбами, которые разлетаются повсюду. Из-за этого горит урожай. Кроме того, бьют и по предприятиям аграриев. Это предприятие россияне обстреляли из «Искандера». Ничего военного не было. Здесь сельхозтехника. Здесь держали комбайн, трактор, занимались сельским хозяйством. Наверняка будем как раньше, серпами и вручную. Ну а что делать? Сидеть и плакать? Кто нам поверит? Будем надеяться на лучшее. Парни, как обстановка? 4-5-0. Плюс. В нашу посадку они зашли, прошли как бы серую зону и зашли непосредственно в посадку, в которой находилась наша рота. Ну, то есть там завязался быстрый, короткий бой, перестрелка. Они отступили, ну и потом их прикрывала артиллерия хорошо, миномет 120-й, там грады, танк. И за счет этого они смогли уйти. Украинские военные уверены в победе Украины, но, говорят, недооценивать противника нельзя. Россияне хорошо оснащены, имеют преимущество в артиллерии и бронетехнике. Хорошо подготовлена армия, пускай мародеров, конечно, да, там, насильников, но реально подготовленная, знающая, что делать. Ну, то есть четко работают дроны, работает беспилотник, и только потом начинает работать миномет. Маленькими шагами, но мы движемся вперед, и это хорошо. Хотелось бы, конечно, идти быстрее бы, но понятно, что с минимальными потерями, да, то есть, потому что в первую очередь нужно сохранить личный состав, наверное, это самое главное.
отличие от российской армии, где людей часто используют как пушечное мясо, украинские военные стараются сохранить жизнь каждого солдата. Многие пошли добровольно защищать свою землю вместе с родными и друзьями. Женя с позывным «Регбист» здесь с товарищами по команде, с которыми около 15 лет играет в регби. В любую трудную минуту хорошая поддержка. Друзья, которых я знаю там 10, 15, 20 лет и там 30 лет, скажем, да, здесь мой отец тоже, это большая поддержка. Ну, вот, когда совсем тяжело, это является действительно, скажем так, надежным тылом, опорой. Вопреки массивным артобстрелам российской армии, дронам, танкам, минам и авиации, украинская пехота держится, ведь точно знает, за что воюет. Даже если не говорить о большом глобальном патриотизме, ну все просто, ну, они наши соседи, да, там, и просто зашли к нам. Ну, каждый нормальный мужчина должен взять был бы оружие 24 числа и защитить, скажем так, свою семью, свою жену, свою мать, своего ребенка. Ну и как минимум тех, кто вокруг, таких же женщин, которых там по какой-то причине кто-то не может защитить этих детей в селах, которые вот сейчас в Херсонской области оккупированы. Анастасия Жук, Алексей Идрисов из Херсонской и Днепропетровской области. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.